Добрый день, зрители моего канала. Сегодня у меня обещанное видео о покупках на сайте Wildberries. Сегодня я сходила, дополучила последний свой заказик, поэтому решила быстренько вам представить то, что я купила. Давайте по порядку начну. Я когда-то хотела купить кондиционеры для белья, уже не знала тогда, что в Ярче пойду, заказала, вот пришлось все равно взять, потому что покупка тоже мне очень нравится такая. Это матрешка, российская фирма выпускает, суперконцентрат 1100 мл, стоил 192 рубля. Давайте посмотрим, что написано. Южная ночь, аромат. Вот так, у них очень большой выбор. И выпускает Кубань Быт Хим, Краснодарский край, город Новороссийск. Очень понравился аромат, я покупала по отзывам на сайте. Также еще у меня был один кондиционер для белья, этот я купила, тоже у меня никогда не было от этого производителя Сианель. Здесь взяла, потому что увидела свою любимую магнолию. Вот так выглядит, голубенький такой, уходящий в зеленый. Почитаем, что здесь написано. Так, это здесь 1 литр, Россия, город Видное, Ленинский район, Московская область. Так, и этот стоил 167 рублей тоже. Буду с удовольствием пользоваться. Я думаю, я уже понюхала. Очень приятный аромат магнолии. На самом деле пахнет магнолией, потому что у многих заявлена магнолия, но как-то вообще непонятно, что там где-то все отдаленно с магнолией, даже иногда и не чувствуется. Здесь вот я очень люблю этот аромат, поэтому я его здесь учувствовала. Так, дальше покажу. Что-то меня вот пробрало на расческе, мне очень захотелось купить вот такую от Babyliss. У меня такая же фен-щетка от этой фирмы. И вот я по отзывам прочитала, что вот эта щеточка имеет двух разные уровни ворсинок вот этих вот и очень хорошо прочесывает волосы. Стоимость, конечно, довольно-таки небюджетная. Так, 696 рублей стоит. И вот изготовитель. Так, Франция, а импортер Химки. Вообще, конечно, хорошая такая расческа. Здесь софт-тач покрытие. Давайте с вами откроем, наверное. Так, не знаю, наверное, не получится. Хотела с вами открыть. Да, здесь очень так хорошо упаковано, что не получится вам вручную ее открыть. Ну ладно. Вот посмотрите, какие тут зубчики. Видно, что беленькие и розовые разной высоты. Я вообще так предполагаю, что она должна быть хорошая, потому что щетка фен мне очень нравится. Еще я купила две щеточки дешевые. Я их видела сначала на Озоне, но там нужно было сделать большой заказ на 1000 рублей, чтобы доставка была бесплатная. У меня так не получалось пока. Вот 176 рублей увидела на Валберисе. Эта массажная щетка называется Изабелла. И она мне понравилась гораздо больше. Здесь такая ручка удобная. Опять металлические эти зубчики. И еще одна у меня была за 171 рубль. Это уже называется расческа массажная Прима. Но мне вот здесь не очень понравилась ручечка. Она, видите, плоская такая, совсем плоская. Здесь она, конечно, поудобнее у зелененькой. Такая толстенькая. Но сама расческа вроде как ничего. Тоже взяла, думаю, уж запастись расчесочками тоже нужно. Уже давно не обновляла, поэтому вот купила. Еще увидела, у меня всегда отложено в лист ожидания, потому что разбирают мой любимый вот этот крем для глаз. И я увидела его по чудесной цене в 215 рублей. Сразу же закинула в корзинку, он был один. Быстренько купила, потому что у другого продавца там что-то 350 рублей, что ли, он стоит. Я этот крем очень люблю, вот это уже пятая моя покупка или четвертая. 35 грамм, это крымская косметика, царство ароматов делает. Всегда у меня этот крем лежит в листе ожидания, жду, как вот появляется. На самом деле в Крыму можно было в том году купить за 180 рублей, так что я думаю, с учетом подорожания 215 – отличная цена. Также продолжаю покупать крымскую косметику на Wildberries, увидела вот такую маску.
косметическую с розмарином для всех типов кожи, лифтинг и антистресс. От царства ароматов опять очень мне захотелось с розмарином. Знаете почему? У меня вот есть гидролат розмарина, очень мне нравится, как он действует. Здесь масочка стоила 289 рублей, 140 грамм расфасовочка. Вот посмотрите, что здесь пишут, какой состав. Я думаю, что очень хороший, естественно, состав и хороший срок хранения. Выпущено в... Ну, не особо хороший, да. Ноябрь 22 года, но я думаю, я успею до осени, до ноября ее использовать. Так, и вторая, вот сегодня только получила, тоже крем-маска для лица моделирующая. От «Крымских сказок» оздоровительная серия. Это глубокое очищение и обновление. Она глиняная должна быть немножко. 329 рублей, вот гидролат розы входит с глиной, воск, тут много тоже хороших компонентов. Это я брала тоже по отзывам, здесь срок годности 18 месяцев, изготовлено вот февраль 22 года, только что изготовлен, слава богу, что это вот, можно не торопиться. Так, следующая моя покупочка, это не сегодня уже было. Посмотрим, давайте, это основа под макияж, здесь вот так вот выглядит, от фирмы Жом Там. Давайте вам покажу, как это выглядит, очень мне что-то захотелось, так, сейчас как-то модно вот такие вот кремушки покупать, и мне тоже захотелось, у меня уже есть один крем такой похожий, но, конечно, не разноцветные, а вот белые такие гранулки тоже из Китая. Это китайская фирма. Тут, значит, написано, вот, сначала нужно очистить кожу с помощью геля или пенки, затем увлажнить длинным кремом, подождать и вот нанести эту основу. Мне почему-то захотелось. Отзывы хорошие. Там написано, что все улучшает цвет лица и скрывает все недостатки. Вот. Такая она интересная. Посмотрите, тут у меня, правда, немножко примялся один шарик, но на самом хорошем месте. Вот так вот она выглядит. Очень интересная, мне тоже захотелось. И еще одна. Давно хотела такую сыворотку купить. Она в виде капсул. Посмотрите, тоже Жом Там. Это фирма такая же. Так вот производитель выглядит. Это с плацентой. Так. Ну, тут это все китайское. Ничего тут такого нету. Так, что здесь? Все по-китайски. Покажу, как это выглядит. Вот такая красивейшая баночка. Выглядит вот так. Розовенькие такие капсулки. Давно хотела попробовать такую сыворотку. Вот такие. Такая красивая баночка и розовые капсулы. Давно-давно мечтала о такой. Я все время откладывала что-то покупку еще давно, еще до подорожания. Вот сейчас, так, я вам не сказала или сказала, 349 рублей она стоит. Так, дальше. Купила две парфюмерных водички. Значит, одна вот так называется. Это Neo Parfum. Значит, производитель, давайте вам покажу, кто это делает. Тоже по отзывам брала, Владикавказ город, ООО «Аскания». Очень хорошие отзывы и цена более чем бюджетная, 308 рублей. Такие водички стоили. Вот одна флора, очень хороший весенний цветочный запах, аромат. Вот тут коробка такая хорошая. Ну, коробочку мне, конечно, помяли ее. Вот так вот. И, конечно, написано, сделано во Франции, но это, я так поняла, что реплики на какие-то известные такие ароматы. Вот. И я уже ей попробовала подушиться, вот хожу и периодически на себя наношу, потому что, хотя она и стойкая, вот на одежде очень долго сохраняется. Но мне почему-то все время хочется сейчас вот ее тестировать, и на себя я так прохожу мимо, периодически так на руки или на шею наношу. И еще вторую водичку этого же производителя. Вот так вот называется уже Аура Феромон.
Здесь тоже 100 миллилитров. Такие вот баночки мне очень нравятся. Их еще называют камушки. У них в коллекции там очень много разных видов. Там, ну, около 10, по-моему, я даже насчитала. Но не все, конечно, есть в наличии. Хорошие такие отзывы. Вот этот тоже весенний зеленый аромат, уходящий такой в пудровость. Сначала вот вы чувствуете зелень, а потом так немножко она улетучивается, и получается такой пудровый аромат. Очень интересный, ни на что не похожий. Я, по крайней мере, не знаю, на какие там оригиналы это, ну, как бы вот реплика. Я просто никогда их не покупала, и мне очень понравились вот эти весенние ароматики. Тоже 308 рублей вторая также стоила. В общем, очень... Мне понравились ароматы, не жалею, что купила. Еще нужная покупка была, вот, взяла три упаковки прокладок. Быстро они исчезают, спасибо моим зрителям. Зрительница моя, она мне быстренько наводку сделала, и я ухватила. И через 2 часа их уже не было. Вот такие вот по 8 штучек, Котекс. Они периодически, видно, появляются. Это какие-то для занятий спортом, не знаю, вот так вот выглядит. Вот. Ну ладно, по 117 рублей вот эти упаковочки каждая. Почему-то я заказала 3 штуки, а сначала мне пришло вчера 2, и сегодня еще 1 дослали. Очень как-то интересно, почему так, но да ладно, мне все равно. У меня Валберес, вот я его из окна вижу в дворе, не стоило труда дойти. Еще я забыла вам показать 2 покупочки моих, когда я ходила в Магнит Косметик. Я купила себе опять 2 лака. Уже без акций, без всего. Вот этот Extreme Wear от Sally Hansen. Вот такой перламутровый, сиреневенький. Но, видите, хамелеончик такой, в зеленый, в розовый, и сиреневый. Очень такой мне захотелось. 199 рублей. Вот я его взяла, такой хорошенький. Кстати, выбрала себе по сроку годности. Там несколько стояло бутылочек. Вот до 7 месяца 24 года здесь написано. Вот, выбрала себе, который подольше. И также второй лак, по-моему, 60 рублей стоил. Ну да, не больше. Это от Golden Rose. Мне очень понравился в прошлый раз. Я когда брала качество этого лака, ну, не такого точно, а цвет был другой. Вот, выбрала такой нежный. Нежный оттеночек. Так, покажу. Вот так, номер 166 оттенок, срок годности до 10 месяца 26-го. В общем, этот 60 рублей стоил, очень мне тоже захотелось его взять. Вот такие были у меня покупочки. И, значит, все, пока на этом я, наверное, больше не буду так, ну, много покупать. Я себе все время так говорю, надо немножко притормозить. Вот, себе всегда говорю, но как-то плохо получается, не могу я экономить, не получается у меня. Я решила на карточке деньги не оставлять, все как бы наличкой снимаю, кладу себе в сторону, чтобы не тратиться. У кого такая же проблема, пожалуйста, напишите. Не знаю, я никак не могу перейти в режим экономии. В общем, как-то живу, как жила, и никак не могу, у меня что-то душа не может никак перестроиться. Ну ладно. На этом я с вами прощаюсь. Пишите, кто чем закупается. Я не знаю. В общем, без покупок тоже совсем никак нельзя. Поэтому немножко себя иногда отвлекаешь. Повышаешь настроение такими покупками. Вот и водички, и масочки. Мне что-то очень все захотелось. На этом, в общем, всем говорю до свидания. До следующих видео. Пока-пока.